И всем здорова, ребятки, с вами Мистик, Ярчик и Беляш, короче, и мы продолжаем покемоны, которые вы очень сильно ждали, если это, то напишите сразу какой-нибудь комментарий, поставьте лайк, это поможет продвижению, буду очень благодарен вам. А у меня сразу же битва пошла, потому что на меня кто-то напали. И, собственно, не получится у нас пока что провести турнир, потому что рано. Нам нужно сейчас все-таки, наверное, всем прокачаться, короче, и тогда уже будем с вами проводить турнир, а пока что будем прокачивать наших покемонов. Берите дочь, пожалуйста, а то я мокну. Нет, так Айогра еще с дождем, ребят. Гиппопас. Погодите, гиппопотас. Гиппоп. Я хочу, короче, своего Чаризарда сейчас прям очень сильно прокачать. Он у меня пока что 53 уровень, но это слабенько. Ничего не хочешь. Я много чего хочу, ребят. Если, ну, поделитесь, то я, ну, буду рад. Диглит какой? 23 уровень. Ну, пойдет, давай. Диглит. Еще один раз не сказал Диглит. Ладно, Диглит. Все, нормально? Так пойдет? Фух, ребят, простите, просто я не знаю, вы напоминайте мне, я иногда забываю, сколько раз нужно сказать. Да, все хорошо, ребята. Спасибо. Способности. Патч способностей. Я что-то использовал. Чаризард. Способность изменена на силу солнца. Что? Не знаю, что это было. Иксель. Редкая конфета. 54 уровень. 55 уровень. 56. 57. Отлично. Инферно. Мощность 100. Поджигает противника. 95. 75. 35. Вот вместо вот этого поставим. Отлично. Есть ли у меня еще конфеты? Погодите. Электрический самоцвет. Я вот не знаю. Ягода. Кусочек звезды. Большая жемчужина, может быть, продана торговцам. Красная цепочка. Мифическая цепь, которая, как говорят, связывает и призывает легендарного покемона, создающего регион Сина. А что с ним делать можно? Стоп, это красная цепочка? Мы можем призывать легендарку. У меня есть как раз-таки сфера для призыва. Я только за, ребят. Давайте это мы, может быть, с вами и сделаем. Ищите алтарь. Конфета... Нужен ультрамир. Мистик, ты можешь открыть ультрамир? Сейчас. Мы пойдем искать. Наверное, поднимает его уровень покемона на один. О, нормально. Надо еще мистику объяснить, как его открыть. 58 уровень. Отлично. Кусочек звезды, тюремная бутылка, алтарь. Ягода покемона, это все понятно. Короче, все, у меня больше вроде ничего не осталось из такого. Что, я к вам иду тогда? Кому? К нам, у нас нет ни у кого алтаря. Надо время на алтарь найти. Надо его искать. Угу. Ну, открой, тогда, короче, ладно. Портал, у тебя покемон может. Залети в него, и мы к тебе тэпнемся и будем искать. А как открыть портал? Кросму вызови и нажми H. Нет, не работает. И не занято. Настрой, внешняя атака. Нету такого. Ну, нет, не работает так. Может быть, его не надо призывать, а вот так вот, да, тогда и... Надо, точно надо призывать. Г. Не работает, надо. Ничего не работает. Угу. Ну, потом тогда давайте с этим разберемся, чтобы сейчас это не занимало время. Я буду дальше качать своего Чаризарда. Иди сюда, не Кросма. Ой. Я нашел какого-то непонятного еще фурфуру. Бей его. Ну я давай. Смотрю. Какой он уровень? 99, охренеть. Мне хотя бы разок его сейчас ударить. Фух, выжил. Ой-ой-ой, нет, пожалуйста, блин, я хотел поменять его на другого. Ой-ой-ой. Там чел разбился. Некрозма что-то очень больно, короче, бьет. Ну, короче, хана мне. Я ничего не сделаю ему, наверное. Давай я попробую. Сейчас, я посмотрю. Ты так еще сделаешь? Я же маг, биотерапевт Светозара. Лапрас у меня в прошлый раз каким-то образом смог того победить. Может быть, и этого сможет. У него 205 хп. Потому что тот был земляной, а ты водный. А водный очень сильно в земле. Вообще ничего не наносится, я ему нормально так наношу. А он мне вообще ничего не сносит, короче. А я его потихонечку бью. Но это прям очень потихонечку, слушайте. Но Лапрас, я так понял, тоже охрененный у меня перс. 50 уровня, он эволюционирует дальше в кого-то? Нет. Это все, конечная форма, да? Все, резерва единственная, если ну, в принципе, тоже неплохо. Короче, ничего не сносит, прикиньте. Кстати, я такую прикольную аватарку выложил. Мне интересно, что там сейчас по лайкам, по этим, по просмотрам. 62 лайка. Мне кажется, он гей. Отлично, вот это комментарии. Не, очень странно, на самом деле, что этот босс меня не бьет. Водный пульс у меня закончился, прикинь, у меня нет сил на него. А все, я его не могу бить теперь, прикиньте, ничем. Придется мне, значит, менять покемона на Доктрио. Я надеюсь, что сейчас Доктрио его добьет. Так, ну, что у тебя есть? Что у тебя есть? Вот такой удар, допустим. Доктрио, давай, перехват. Ну, Доктрио. Это будет долго. Ярчик, срочно тэпайся, тут рейд на Блисси. Ой-ой-ой. 1333 опыта получил. Да хрена новых уровней. Психиум Z. Ребят, что такое Психиум Z? Это для усиления атаки. Я понял. Беляш нашел покемона, которого хотел за мой первый серий. Хорош, а я вернулся, короче, домой. Ой-ой-ой, подлагало. Ой, у меня тут деревце растет, короче, красиво. Да, хорош лагать, алло. Ладно, я скину опять все вещи, потому что у меня что-то слишком много вещей собралось. Вы посмотрите, может из этого что-то можно прикольное сделать, потому что много там лежит. Старая удочка. Нет, старая удочка мне тоже не нужна. Я возьму на всякий случай супер удочку, но думаю, она мне не понадобится. А, она у меня и так есть. Все, у меня полностью пустой инвентарь. Можно снова идти и всех мутузить. Я ловлю. Воу, ничего себе здесь домик. Поймал? Да. Тогда я не трачу мастер-болл. В смысле не тратишь мастер-болл? Ну, зачем? Я для себя поймал. Мне интересно, как бы у нас развивался бы, ну, тут дом, если бы у нас постоянно сервер был бы открыт. То есть у нас сейчас, ребятки, сервер открыт только в то время,
время, когда мы снимаем, да, чтобы у всех были равные шансы. Вот, собственно, вот так вот. Так что мы идем дальше качать наших покемонов. У меня. Я хочу Чаризарда до 60-го-то качать, потом я начну всех качать дальше, до 60-го. Кранидос у меня еще, ё-моё, 17 уровень только. Вот мне кажется, мне его сейчас нужно будет. А Фит, у нас есть команда? Нет, конечно, у нас тоже команда. У вас мистик нету. Отлично. Блин, дождь очень сильно мешает. Выключите, пожалуйста, он прям шумит. Он тоже влияет на спавн покемонов, да? Понял, типа. Да, тогда все, я понял, не трогаю. Я тогда не трогаю. Мне бы, конечно, и моего еще покемона найти, но то ладно, кто как-нибудь потом. Я нашел тут еще чувак вдалеке застроиться, прикольно. Да так, воровать, конечно, мы его ничего не будем, но я просто посмотрю хотя бы, сколько он тут всего набрал. Нормально вообще, чувак. Насобирал тут всего. Поставил даже себе портал в ад. А в аду есть покемоны? Да, даже крутые. Не, я схожу... Слушай, ладно, я сейчас схожу. Там еще легендарки такие крутые, они вообще. Когда умираешь, вещи сохраняются? В аду нет, не знаю. В аду вроде нет. Что? Ты умер? Нет, я сразу тпшнулся в лаву. Это, короче, все. Ну его нахрен этот ваш ад, короче. Вы разбирайтесь с ними сами. Вам всего хорошего. Всем удачи, до новых встреч. А сюда, что здесь за покемон? Ну-ка. Дирлит, он сам на меня напал, красавчик. Я его с первого раза убил. Так и, значит, получается у нас пироги. Не, я теперь просто непобедимый. Это капец. Моя Блисси, моя замечательная. Да, сейчас вот, я Кайогра найду когда-нибудь. Ребятки, кстати, если вы вдруг не подписаны там на мой инстаграм или ВК, там ссылочка есть ВКонтакте, подписывайтесь там, фоточки. Вот новая аватарка ржачная, короче, с вас лайк, фоточка там. А все остальное инстаграм, конечно же. И все, и остальное. Глобус побрился. Наш человек, это комментарий. Уже в камеру не помещается. Упс, пошли в кроватку. Шалтай-болтай, Нефора мне нравится. Лучше, красавчик, мне кажется, он гей. Вот так вот. Так что заходите ко мне на страничку, там можете, да, все вот это подписывать. Как мне умереть, скажите, пожалуйста, я утону. Просто мне нужны хп, мне нужны этот, мана, скажем так, еда. Я по дну тут гуляю, о, я пока с кем-нибудь сражусь, допустим. На, водяного с первого раза убил, 400 чего-то получилось, густок слизи, заберем. А что, тебе еды дать, мистер? А, хочешь прикол, почему я сейчас, восстановилась у меня еда? Не знаю. Под водой, прикинь, я чувака кого-то убил, у меня еда восстановилась. Блин, сожрал. Блин, так странно, блин. Да, я бы... А, это ты меня, что ли, восстановил? Думал, может, это какой-то покемон или что-то такое там. Я покемон. Так, Ярчик, принимай ТП, тогда я к тебе приду сейчас, это буду тебе жопу надирать. Что? Беляш, это ты табличку поставил, козел? Какую? На крыше дома. Брат, ТП-ешь не меня, алло, я тебе ТП в это принял. А, так это Мистик, ты что, видео не смотришь? Он писал, пока ты там стекла ломал. Нет. Какие стекла ломал? Что ломал? Табличка там. Что, козел? Если наверху крыши, то это Мистик написал, что Ярчик писал. А там многие писали, да, Ярчик Пися, да, или как? Да, я же вас спрашивал, типа, почему пишут? Почему все пишут Ярчик Пися? Ну, кстати, да, очень непонятно, почему все пишут Ярчик Пися. Отдай мне табличку. Отдай табличку. Так, сейчас я распрыгаюсь тут. Это нужно вот так. Смотри, я тоже поставил табличку. Оп. Ну и что там написано? Придурок, ё-моё, придурок. Что ты, придурок, дедусь, блин, придурок вообще, а-ля-ля-ля-ля. Во-первых, скоро мне нужно будет снова еду восстановить. Дай просто, чтобы я тоже мог еду восстанавливать. У нас же тут смысл покемоны, типа, не выживание, правильно ж? Ну, потом сделаем тебе. Потом сделаем тебе, ладно, хорошо. Тогда я тебе буду говорить, когда мне нужно будет восстановить. Так, ладно, я пошел искать спавны боссов, потому что только с них я могу нормально своих покемонов прокачать, потому что там дают конфетки, все дела, а конфетки я очень сильно люблю, поэтому пошли искать конфетки еще. Еще искать конфетки, пошли. А что тут, никого нету, слушайте. Я, по-моему, в прошлый раз... А, знаете, в чем прикол? Ну, я же забыл, что можно просто вызвать там Чаризарда или, я не знаю... почему он не летит? Да, что-то он очень херово летит, на самом деле. Да надо зажать пробел, и он сам полетит. Да я зажимаю так пробел, но он очень-очень летит, ну ладно. У него там разгон справа есть. Он очень быстро летит по сравнению с Некрозмой. Некрозма, типа, может высоко лететь, а дурак, блин, приземлился в воду, идет. Я пикировал в воду, это, падение, алло, спасите, кто они? Полетели. Почему он не летит? Зажимай пробел. Да я зажимаю пробел, и он все равно как-то неправильно летит. Короче, ну нахрен. Да у него ускорение. Я на Некрозму, на Некрозме полечу. На Некрозме более понятно, как летать. Да нет, через арт просто зажимаешь пробел и вниз или вверх смотришь, чтобы лететь. Вот. Ну, так это я понял. На вот этом проще. Ты вот пробел нажимаешь, он летит вверх. Зато он быстрее, он как истребитель. Ну, кстати, да, он капец быстро, а это какой-то медленный. Ну, блин, да, на нем, короче, проще лететь, но медленней. О, у меня что-то ВКонтакте уведомление. Может, мне кто-то написал по поводу моей... О, этой, не, тут добавляется ко мне друзья, потому что, наверное, увидел аватарку и говорит, блин, ты человек вообще красавец. Ребятки, с вас, пожалуйста, лайк.
хочет сериал. Кстати, у меня давно... Погодите, ребятки, у меня давно на аватарке не собиралось больше 1000 лайков. Ребятки, давайте, пожалуйста, берем на этой аватарке 2000 лайков. Ну что для нас? У нас сейчас серия там 1020 наберем. Ну что, тяжело там зайти, я не знаю, 1000 человек, там поставить лайк, там что-нибудь написать, там комментарий какой-нибудь. Мне будет очень приятно, потому что мне ВКонтакте забрали галочку сначала за то, что я типа посты не делаю, короче. Я начал посты делать, пишу им, они говорят, не, типа, вы не популярны. Типа, вам... Не, они не сказали, что вы не популярны, это я сделал такой вывод. Они говорят, типа, вам в данный момент не нужна верификация. Я такой, ну, че, идиот, что ли? Я мистик 31. Но нет, все-таки. Поэтому, ребятки, если мы сделаем с вами там активность, может, мне даже галочку вернут, и я буду вам еще больше благодарен. Но я пока что не могу найти ни одного босса. Почему я в прошлых сериях летал, и их прям было до хрена? А тут просто ни одного. Просто ни одного. Ну, зато есть большой плюс. Закончился дождь. В смысле закончился дождь? Ну, у меня. Ой-ой-ой-ой, наконец, я нашел босса. Ребята, приземляемся, так смотрим. Сколько звезд? Я надеюсь, у него 10 звезд. 15 звезд у него будет. Так. Тыкаем, сколько? 3 звезды, не, ладно, хорошо. 3 звезды, выбираем покемона. Я хочу на Чаризарде соло начать. Давайте, погнали, соло на Чаризарде. Это просто изи катка для Чаризарда сейчас будет. Давай. Это на гитаре соло, но... Давай. Клык огня для Дрилбур. А, выберите цель. Дрилбур. Ну, что-то снял я ему. Надеюсь, что он меня не будет бить. Так, давайте. У других тут людей тоже что-то есть. Я надеюсь, они ему что-то нанесут. Не умрут сразу сверху. А, понятно. Один чувак у меня отлетает сразу. Красавчик. Ой, блин, я не ту атаку случайно. Огнемет. Кстати, огнемет у меня тоже очень сильно атака. Огнемот. Ну, блин, я мало снимаю хп. У меня Чаризард был исцелен. Неплохо. Пикачу, короче, умер. Мэджикарп тоже, походу, умер. У них по одному хп у всех осталось. А, и у Дрилбура нету хп практически. 4 хп остается. Клик огня. Нажимаем на Дрилбура. И он умер. Он умер. Эл, редкая конфета. Сила земли. Динамакс конфета. Земляной самоцвет. Поймать, кстати, можно попробовать. Почему нет? У него 3 звезды, но он мне нахрен, да, наверное, не нужен, чувак. Он, кстати, поймается. Поймался, отлично. Так, давайте, смотрите, я сейчас вызываю, значит, Чаризарда. Я ему сейчас дам динамакс конфеты. У меня, кстати, 2. А конфета наполнена энергией при нажатии на покемона уровень на 1. Хорошо. Так, давайте на него тогда вот эту конфету. Ой. Почему у нас темки не забираются? Как... 59 уровень. Я А, это другая конфета. Я ему не ту конфету давал. Динамакс уровень какой-то я ему еще повысил. Я не знаю, что это, но... Ну ладно. Так, ребятки, короче, спасибо вам огромное за просмотр этой серии. Подписывайтесь на канал. Что, к тебе ТП-шнутся? ТП-шнутся к тебе, да? Я ТП-шнусь. Смотри, кого я нашел. Да, сейчас. ТПА... Септ. Ты нашел? Ищи, не портни. Ты нашел? Ента, моя девочка. Там еще написано, кто поймал, написано, что тренер. Смотри, какая девочка, ярчик, блиссий, 46 уровень, да ты, блин, какой, блин, девочка. Ладно, ребятки, ставьте лайки, подписывайтесь на канал, с вами были Мистик, Ярчик и Беляш, всем удачи, до новых встреч, пока. Пока. Ярчик.